Итак, значит, первоначально это у нас тренога. Делается следующим образом. Значит, ремешком расстегиваются. Затем раскручиваются у нас подвижные части треноги. Достается, фиксируется. Все, есть тренога. Значит, устанавливаем ее по направлению. Предположительно, где вот такими вот движениями ногой утапливаем ее. Значит, для того, чтобы она стояла у нас устойчиво и не сбивались у нас показания. Затем для комфортности вешаем непосредственно бусоль. Затем вот этот важный аспект, чашечка бусоли. Она всегда должна находиться практически в идеальном состоянии. Стараться, чтобы никаких ударов не осуществлялось по ней, ни грязная она не была. Всегда она должна быть, скажем так, обслужена. Чистая. Затем, значит, устанавливаем бусоль. Первое, с чего стоит начинать, это так называемая, значит, нам необходимо ее загоризонтировать, чтобы она показывала у нас, ну, ровно стояла, скажем так, по горизонту. Размагничиваем магнитную стрелку до конца, чтобы этот флажок утопился в это отверстие. Вот видите, бульбочка здесь ходит. Вот мне необходимо установить ее максимально по центру. Вот приблизительно так. Затем по чуть-чуть подтягиваем и доустанавливаем. Значит, подтягиваем, доустанавливаем, чтобы она не сбилась. Все, после того, как мы затянули ее, она у нас стоит ровно. Следующее. Бусоль должна ложиться вместо своего хранения. Все показатели должны находиться по нулю. Все шкалы. Большие деления дирекционного угла полные. Это соты. Значит, все должно стоять по нулю. Высота непосредственно. И так далее. Следующее. Для того, чтобы у нас бусоль показывала в дирекционных углах, нам необходимо сперва определить магнитное поле Земли и найти магнитный азимут. Каким образом это делается? Первое. Значит, здесь магнитная стрелка, грубо говоря, как в компасе. И вот нужно нам магнитную эту стрелку установить таким образом, чтобы она непосредственно нашла магнитное поле Земли. Вот. Я сейчас путем ветлякового механизма пытаюсь ее найти. На этом пути встречаются различные сложности, такие как, например, аномальные зоны. Ведь мы не знаем, что у нас там в грунте под землей находится. Вот у нас стрелка перепрыгивает. Старайтесь, чтобы никаких металлических предметов, телефонов, бронежилетов, автоматов и так далее не находилось рядом с вами. Старайтесь это делать на расстоянии вытянутой руки. Значит, вот стрелка стоит. Нет, ты снимай так, чтобы... Ну, на секундочку. Здесь, чтобы по показателям она ровно была. То есть мы доводим не туда. Вот, ровно. Для того, чтобы найти магнитный азимут, нам необходимо привязаться к какому-то ориентиру на местности. Как правило, это самые, скажем так, примечательные объекты. Это может быть интересной формы дерева, какая-то вышка, какой-то столб, какая-то, скажем так, ну, высокое сооружение и так далее. Стараемся максимально далеко найти объект. То есть чем дальше, в идеале это вообще звезда. Чем дальше, тем точнее будут ваши, соответственно, показания в дирекционных углах. Итак, я выберу, ну, предположим, там вот телеграфный столб.
я выберу и следующее. То есть магнитное поле Земли я уже не сбиваю. Я работал, значит, у нас ведляковым механизмом, а теперь я работаю установчивым механизмом. То есть это вот для точного наведения. Это у нас, значит, если, ну, быстро необходимо куда-то переместись. Теперь я работаю, значит, установчивым механизмом. То есть я нахожу непосредственно тот объект, который нам необходимо. Так называемый ориентир. Вот, приблизительно я своим глазомером определяю, где он находится, и уже непосредственно докручивая, стараясь навестись на него. При этом магнитное поле Земли у меня стоит ровно по стрелке, то есть я его не сбиваю. Такими действиями я нахожу магнитный азимут. Значит, я навелся на этот столб, установил максимально, подкрутил фокус, если в этом есть определенная потребность. Все, я установил. Значит, вот, чтобы видно было, вот, допустим, середина, верхушка этого столба. Так как у меня стояло все по нулям, я установил сперва магнитное поле Земли и начал работать, значит, не установчивым механизмом, а ведляковым. У меня изменилось, соответственно, вот показание, то есть целое деление. Итого у нас получается, вот смотрим всегда по черной, черной шкале, да, вот большие, грубо говоря, которые, да. И у нас получается 14 сотых. Это у нас магнитный азимут на тот ориентир, который мы для себя выбрали. Теперь, следующее действие. Нам необходимо в идеале 5 раз, но, как правило, для быстроты, значит, определения пользуются 3 раза. Нужно сбить магнитное поле Земли. Я сбиваю в одну из сторон, делаю пару хороших оборотов, затем устанавливаю обратно, чтобы стрелка у нас вот совпала. И после чего, когда она у нас совпала, я опять смотрю, значит, и если у меня есть какое-то отклонение от того ориентира, на который я, ну, которому я, так сказать, выбрал, который, то я докручиваю, опять, и опять записываю показания. В тот раз у нас было 19-14, извиняюсь. Сейчас у нас 19-15. И таким образом я делаю 5 раз делаю. Для чего? Потом я все эти показатели слаживаю и нахожу средний арифметический показатель. Предположим, он у нас будет там 19-13, допустим, да? Это у нас является, этот показатель является магнитным азимутом на тот ориентир, который я выбрал. Дальше, как сделать так, чтобы бусоль показывала в дирекционных углах? Нам необходимо к этому показателю, к магнитному азимуту на тот ориентир, значит, отнять с минусовым значением поправку бусоли. Поскольку мы знаем, что минус на минус дает плюс, значит, по факту получается прибавить поправку бусоли, которую мы предварительно должны определить на данной местности. Поправка бусоли действует в радиусе 10 километров. У нас вот она уже найдена. Она у нас составляет 1,67. Минус 1,67. Итого мы получается 19,13. Отнимаем с минусовым значением, означает прибавляем 1,67. Это у нас получается так, 20,13 и 67, 70, 80. 20,80 получается значение. Мы здесь устанавливаем 20,80. Так, у нас должно получиться 20,80. Вот, смотрите, друзья. Получается вот. Сотые 80. Здесь значение больших 20. Но, так как мы докрутили, у нас в визире, грубо говоря, сбился значение с ориентира. И мы дальше, здесь уже, там, значит,
ветляковым механизмом мы уже его не трогаем, а установчим, там, где мы определяли магнитное поле Земли, мы уже доводим на тот ориентир. То есть показатель 2080 у нас остается. Но мы уже доводим, получается, сбивая магнитную стрелку. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы наша бусоль стала показывать в дирекционных углах. И когда вы до магнитного азимута отняли с минусовым значением, означает прибавили поправку бусоли, у вас уже получается дирекционный угол. Осталось дело за малым. Донавестись, чтобы ваш визир бусоли показывал на тот объект, на тот ориентир, который показывал магнитный азимут. И когда у вас он показывает туда, куда необходимо, все, бусоль у вас ориентирована. Она работает в дирекционных углах. Дальше вы можете спокойно вращать ею, находить какие-то ориентиры, какие-то точки, и она у вас показывает дирекционные углы. Вот, собственно, так.